туда сюда. Пойди распилишься. Ребята! Друзья мои! Дорогие мои! Я хочу нас всех поздравить с открытием нашего медицинского центра «Селена». Да, да. Шампанского всем. И музыка. Мне кажется, презентация удалась. Да? Вы так считаете? Угу. А Эльвира Сергеевна чем-то недовольна. Ой, Виктор Леонидович, вы знаете, у меня давно такое чувство, что она чем-то очень недовольна. Обижается на меня, да? Честное слово. Хотя я не давал ей никакого для этого повода. Елена, вы что, действительно не догадываетесь, что ли? Нет, а что? Ну, она ревнует. Кого? Меня. Вас? Позвольте вас пригласить. Приглашайте. Уступите мне вашу даму. Это как? Вопрос жизни и смерти. Извините. Здравствуйте. Здрасте. Прошу. Да, вам нравится? Да. Хорошо, не буду вас мучить. Вы, кажется, хотели со мной о чем-то проконсультироваться? Да, именно. Угу. Елена Леонардовна. Слушаю. Лена. Да. Я люблю одну женщину. Угу. А она меня... Судя по всему, нет. Хотя, может быть, и любит, но боится разочароваться. Простите, а я здесь при чем? Может, мне просто увести ее на край света? Увести? Да. Да, это самый дорогой для меня человек. С некоторых пор. Вы знаете, наверное, каждая женщина мечтает о том, чтобы ей встретился принц на белом коне. Возьмите и увезите. Только скорее. Спасибо за консультацию. Пожалуйста. Ну, тогда я начинаю действовать. Делайте вид, что мы танцуем. Я тебя ни за что не отпущу.